Во вчерашнем выпуске мы рассказывали о сильном пожаре, который оставил без крова 10 семей. 37 человек, из них 16 детей, не знали, куда податься. Власти обещали заселить в общежитие. Но руку помощи подала только администрация медицинского университета. О том, какое будущее ожидает погорельцев, узнавали наши корреспонденты. Никто к нам не приходил, ни с Аки Мартой, ни кроме телевизионщиков, никто к нам не заходил, и никто к нам свои наши, как говорится, не дышит. Вот как вы устроились, как вы живете, чем дышите, никто ничего не видит, никому не нужно, нас взяли, устроили и до свидания, живите здесь деньги. Люди, пострадавшие от пожара, обижены на государство. Погорельцы отмечают, что узнать об их сегодняшнем быте, кроме журналистов, никто не приходил. Районный акимат договорился насчет общежития, а что делать дальше, пострадавшие не знают. Сейчас они проживают в общежитии медицинского университета. Сказали, будет встреча с акиматом. Вчера не пришли, после никого не было. Сегодня мы пошли сами. И в акимат, и в Нур-Отан. Пару дней назад не приняли и сказали, решайте свои проблемы сами. После конфликта, который мы создали, они начали принимать наши заявления. По словам пострадавших, им сначала выделили только две комнаты в общежитии на юге, уверяя, что в одной комнате будут жить по 6 человек. Там остались две семьи. Остальных перевезли в общежитие медицинской академии, которая выделила целый этаж. И самое главное, день бедствия, сотрудники медакадемии оказали всем первую медицинскую помощь. В воскресенье поступил сигнал с акимата района Миказык-Бигби, что произошло возгорание в жилом доме, и нам направили 7 семей расквартировать. 27 человек нам направили, мы расквартировали. Здесь обеспечены они душем, туалетом, всем необходимым инвентарем, мягким, жестким, электрическими плитами. Так что все условия предоставлены, люди размещены, есть несовершеннолетние, есть взрослые люди, пожилые. Всем оказана помощь, внимание, и все вопросы, которые у них возникают, администрация вуза решаются по мере поступления. Специалисты отмечают, что пострадавшие будут продолжать здесь жить, пока не решится проблема с жильем. Напомним, 1 июля около 12 часов ночи в Караганде горел 14-квартирный дом барачного типа по улице Вагонная, 25. В результате чего 37 человек, из них 16 детей, остались без кровли. Фаризал Баева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.